Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Сказы сибирского шамана». В прошлом видео я обещал вам показать хумус, который открыл мне особые вибрации мира берзанов, мир древних сказителей, алонхасутов, хумусистов. Вот он, этот хумус. Хумус Рывория Чемчоева. Сам по себе его, это шедевр, очень аккуратно изготовлен, он красивый очень. На его пластине изображен олень. Ну, я вам немножко поиграю на хомусе, чтобы вы почувствовали эту вибрацию, этот звук обертонный. Это была варганная хомусная импровизация. Вот такие чудесные звуки. Эта вибрация, эти звуки вызывают у меня определенное состояние радости, блаженства. Я вышел с помощью этого хомуса из хронической депрессии многолетней. И когда я играю на этом хомусе, мне на ум приходит готовое стихотворение. Вот этот хомус 9 месяцев учил меня писать стихи. Они приходили в готовом виде, я их записывал. Скоро выйдет книга, в которую вошли эти стихи, записанные с помощью хомуса. Ну, а после 9 месяцев стихи стали рождаться и в обычном состоянии. От потрясенности природой, какими-то тайнами, посмотренными у природы, какими-то событиями, какими-то людьми. Вот, целая книга написана. Называется она «Прогулки по Млечному пути». Кому интересно, проходите по ссылке, которую я внизу видела, на мой проект
на Планета.ру, такой есть сайт. Это платформа для того, чтобы осуществить издание книги. Проходите, участвуйте, покупайте акции, вы можете приобрести эту книгу. Очень скоро книга будет издана и найдется своего читателя. Она богато иллюстрирована, красиво очень иллюстрирована. Там на проекте вы все это увидите. Вот эта книга появилась благодаря Хомусу. Хомус Рывория Чимчоева. Якутский маленький шедевр. Красотень невообразимая. Я вам ближе покажу хомус. Вот такой вот он. Красивый. Аккуратный. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, комментируйте, пишите вопросы, оценивайте видео, приходите в гости. Будет очень интересно, очень много, что я хочу вам рассказать и могу рассказать. Ваш сказитель, сын большой медведицы и полярной звезды, варганист, импровизатор, ученый, писатель, поэт и так далее, и так далее. Р. Саготух Чоронкин. До встречи, друзья!